Война – это не только сражение с оружием в руках, но и противостояние великих умов. Один гений против всей мощи германской разведки. Кто вы такой? Алан Тьюринг. И как вы собирались расшифровывать немецкие сообщения, если вы совершенно не говорите по-немецки? Зато я прекрасно разгадываю кроссворды. Господа, у вас 6 минут, чтобы решить кроссворд. А чем конкретно мы занимаемся? Мы собираемся взломать шифр нацистов и выиграть войну. О. Мы проигрываем. Сыграем. Только машина может победить другую машину. Я создаю машину, которая позволит нам расшифровывать любое сообщение. Один человек, которому многое приходилось скрывать. Я знаю многих шпионов, Алан. И у вас больше секретов, чем у любого из них. Мы оставляем за людьми право отличаться друг от друга. Ты выйдешь за меня? Премия «Оскар» за лучший сценарий. Бенедикт Камбербэтч. И Кира Найтли. Игра в имитацию.